хотела еще отметить, помимо вот той работы, которая идет сейчас по договорам с генподрядчиком, с генпоставщиками, с генеральными поставщиками материалов, оборудования, которые сейчас прорабатываются, работа ведется ежедневно, причем проводятся совещания со всеми представителями, согласование позиций, каждый пункт договора отстаивается. Эта работа идет обычно от 7 до 12 человек одновременно работают. Это представители и Совелмаша, и СПП, и генподрядчика потенциально, и генерального поставщика. Там идет такая вот работа, все службы привлекаются как с их стороны, так и с нашей. И обычно в день на это уходит на согласование всех этих позиций, ну, где-то 5-7 часов. Такая работа проводится. Но кроме того, я уже говорил, что идет тестирование двигателей, идет изготовление новых образцов. Эта работа продолжается. Значит, из новых работ, что можем отметить то, что сейчас мы возобновили работы по 186-му колобку, по мотор-колесу 186-го габарита. Сейчас изготавливаются образцы для тестов. Кроме того, были проведены тесты BLDC двигателя D7500. Эти тесты проводились в присутствии электровелосипедистов, форумча, которые работают на форуме электротранспорта, блогеров. Поэтому эти работы, как мы и обещали, как мы и говорили, проводятся не в замкнутом коллективе нашем, а в присутствии и с непосредственном участии как оппонентов, так и незаинтересованных лиц. Как мы и говорили, как мы обещали, что эти работы будут проводиться именно так, вот так они проводятся. Суть проекта и его преимущества. Без лишних прелюдий к видео начну с того, что действительно важно. Для тех, кто еще не инвестировал и не понимает, что такое проект Duinova, то это то самое время, то самое видео для того, чтобы вы приняли для себя решение. Ссылка на сайт, где можно приобрести акции и ознакомиться с компанией, будет в описании к ролику. А теперь давайте приступим. Итак, суть проекта. Весь секрет моторов Duinova в принципиально новой схеме совмещенных обмоток электродвигателей. Такая схема позволила отказаться от использования магнитов и была названа «Славянкой». Она была разработана Дмитрием Дуиновым в 1995 году на основе схем, предложенных еще советскими инженерами, такими как незаслуженно забытый Николай Васильевич Лавега. Если вам кажется, что это одна из сотен других ничем не отличающихся разработок, то вот вам прямые факты. Преимущество технологии. Преимуществом технологии относятся высокий КПД аж до 97%, сниженное энергопотребление на 10-40%, увеличенная дальность хода до 50%. Для примера, электрокар по технологии Duinova с массой более 1 тонны проедет 800-900 км на аккумуляторе 85 кВт-час, а дальность Tesla Model S 450-500 км при той же емкости. Далее, производство двигателей по технологии Duinova дешевле до 30% за счет использования меньшего количества меди и электротехнической стали. Также это лучшее охлаждение и снижение вибро-шумовых характеристик. Что позволяет улучшить простое изменение обмоток электродвигателей? От этого улучшится крутящий момент до 50%, что дает быстрый старт и ускорение. Повышаются пусковые и минимальные вращающие моменты на 10-20%. Также позволяет понизить пусковой ток на 10-20%. Понижается ток холостого хода, стабилизируется КБД, близкий к номинальному в широком диапазоне нагрузок. В 3 раза снижается уровень электромагнитных шумов и вибраций. 1,5-2 раза увеличивается срок межремонтной эксплуатации. Максимальная скорость увеличивается на 10%.
Уменьшается вес двигателя при той же мощности или мощности выше. Увеличивается мощность при той же весе на 10-15%. Уменьшается диаметр двигателя до 43%. Уменьшается разгон до 30%. Все это вместе улучшает маневренность, облегчает вождение транспортного средства, служит дольше и обходится дешевле в обслуживании. Нет сопротивления при качении, как в других электродвигателях, то есть можно ехать накатом. Транспортные средства с мотор-колесами, которые имеют магниты, постоянно стопорятся в выключенном состоянии. Даже при спуске с горы тратится энергия при вращении. В мотор-колесах Дуйнова это отсутствует. Двигатели имеют высокоэффективную рекуперацию, это возврат энергии обратно в аккумулятор. Вращающий момент одинаковый при любых оборотах, на обычных движках он падает с повышением оборотов. Двигатели по технологии Дуйнова не боятся влаги и пыли, ниже требования к герметичности. Мощность сохраняется на весь срок службы, а обычные движки теряют мощность из-за размагничивания. Прямой привод без коробки передач. Может производиться полностью из местных, широко распространенных компонентов, в том числе в России. Нет зависимости от Китая или других стран. Отечественное независимое производство. Идеальный продукт для программы импортозамещения. Всего этого просто нет в том, что сейчас присутствует на рынке. Во второй части видео поговорим о том, что уже сделано, сырьевых преимуществах, об инвестиционных и экологических аспектах, как именно будут реализовываться технологии и как вам на этом заработать. В первой части видео я говорил о сути проекта Дуйнова, преимуществу технологии, о том, чем она отличается от аналогов, которые уже есть на рынке. А в этом ролике я расскажу о том, что уже сделано, а также об инвестиционных и экологических аспектах, как именно будут реализовываться технологии и как вам на этом заработать. Поехали! Экологические и сырьевые преимущества технологии. Технология Дуйнова применима к самым разным типам асинхронных двигателей. Самыми распространенными к применению в транспортных средствах на сегодня являются мотор-колеса с постоянными магнитами или BLDC-двигатели. Магниты производятся из редкоземельных металлов, добыча которых доступна только в Китае. А вот в мотор-колесах Дуйнова нет магнитов, что значительно все упрощает. Китай уже давно монополизировал этот рынок и запрещает экспорт редкоземельного сырья. Вывести можно только готовую продукцию и весь мир в огромной экономической зависимости от Китая. Цены на такие двигатели завышены. В России действует одно единственное месторождение, и почти все идет на экспорт и не для магнитов. Любой, кто хочет сделать свой двигатель, вынужден строить предприятие в Китае и платить там налоги, что очень неудобно. Добыча редкоземельных металлов сопровождается радиационным загрязнением. Некоторые месторождения закрываются. В то же время из-за требований программ энергоэффективности спрос на магниты для электродвижков стремительно растет. В это время весь мир ищет решения для снижения расхода электроэнергии, уменьшения загрязнения при его генерации и прекращения загрязнения производства и так далее. Двигатель Дуйнова гениален и прост в решении этих задач, так как здесь редкоземельные металлы вообще не нужны. Поговорим об инвестициях в технологию. Проект финансируется через краудинвестинг, народное и частное финансирование, то есть может участвовать любой человек, а по реализации проекта получать прибыль в виде дивидендов на доли. Старт привлечения инвестиций состоялся в мае 2017 года, всего 20 этапов развития, рассчитанных на 3 года. Выход на биржу предположительно через 3 года после старта, запуск мелкосерийного производства уже через 2 года. Необходимая сумма инвестиций для реализации проекта – 40 миллионов долларов. Собрано уже более 600 миллионов рублей. Также беспроцентные рассрочки на 10, 20, 25 месяцев, что позволяет приобретать доли без наличия огромных средств. За один платеж можно погасить любое количество месяцев рассрочки. Допустима отсрочка платежа на 20 дней. Что уже сделано в проекте? Первое. Модифицировано по технологии более 1000 разнообразных электродвигателей, транспортных средств и не только. В 2013 году модифицировали двигатель электропоезда. До изменений он тянул 5 вагонов, стал тянуть 11. В 2014 году модифицированный по славянке ветрогенератор выдал столько же электричества при ветре в 2 метра в секунду, сколько оригинал при 5 метрах в секунду. В 2015 году успешно испытали модифицированный двигатель на троллейбусе в Киеве. Переоборудованный Renault Kangoo выдал рекорд показатели, в которых произошел автомобиль своего класса. Renault Twizy с двигателем Дуйнова удивил присутствующих на неоднократных выставках в Монако и в Германии. Электровелосипед с мотор-колесом Дуйнова установил рекорд скорости в 101 км в час, и это был еще не предел. Многочисленные модификации электромоторов в СНГ и Европе продемонстрировали экономию электричества до 60%. Второе. За годы работы над технологией Дуйнова зарегистрировано 17 патентов.
Третье. Получено одобрение от правительства Москвы на выделение земли и постройку предприятия в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке Алабышева. Начало строительства будущего конструкторского бюро запланировано уже весной 2019 года. Четвертое. Готовится к сертификации лаборатории в Зеленограде, представляющая собой по сути миниатюру будущего конструкторского бюро. Лаборатория создана для тестирования электродвигателей и проработки методологии, необходимой для будущих разработок. Пятое. Автогонщик и телеведущий, владелец автомобильной компании Маруси Моторс Николай Фоменко, я думаю, вы его все знаете, восхитился характеристиками мотор-колес Дуйнова и утверждал, что производство его машин, скорее всего, будет возобновлено в США с применением этих двигателей. И шестое. Несколько компаний уже подписали предварительные договора с проектом Дуйнова на разработку двигателей под свои нужды в рамках будущего предприятия. Статьи дохода и направления работы. Что сюда входит? Разработка электродвигателей широкого спектра и применение их под запрос заказчика. Проектирование производств и двигателей под требования заказчика. Примерно 3 проекта в год. Средняя цена одного такого проекта – 50 миллионов долларов. Производство установочных партий электродвигателей и их сертификация. Продажа оборудования и оснастки для производства электродвигателей, в том числе мотор-колес. Также обучение персонала. Что важно понять из всего того, что было выше сказано? Это гигантский растущий рынок. Применение этой технологии возможно на любых стадиях. Массовый переход на электричество и отказ от двигателей внутреннего сгорания приведет к увеличению спроса в 10 раз к 2020 году. Плюс к этому 60% электроэнергии в мире потребляется асинхронными двигателями, и 7 миллиардов электродвигателей выпускаются ежегодно. Любой из этих новых двигателей может создаваться со совмещенными обмотками «Славянка». Что сюда относится? Электромобили с независимыми мотор-колесами, с прямым приводом. Электробайки и велосипеды. В Европе произошел 7-кратный рост продаж электровелосипедов. Электропоезда и другой общественный транспорт. Катера и электросамолеты. Уникальные машины типа азиподов. Станки, промышленное оборудование, металл и деревообработка. Ткацкие станки, грузоподъемные станки. Профессиональный и бытовой инструмент. Новые высокоэффективные ветрогенераторы и ГЭС. Военная техника, лифты, насосы, землеройные машины. Машины для проводки туннелей, конвейеры, вентиляторы и многое-многое другое. Вы можете стать частью этого огромного бизнеса и в дальнейшем жить на дивиденды с прибыли, которую получает компания, или продать доли компании значительно выше рынка. Это уникальная возможность для того, чтобы обеспечить свое будущее и будущее своих детей. Вся необходимая информация и ссылки будут в описании к этому ролику.